вечер, уважаемые слушатели, дамы и господа, наши дорогие друзья. Более месяца уже бушует концертный сезон в нашем городе. Липецкая областная филармония регулярно нас, слушатели, представляет программы, отмеченные яркими и неожиданными порой красками. Это программа народного оркестра, программа вокалистов с ариями и романсами. Наконец, это программа духового оркестра под управлением Валерия Халилова. А вот сегодня очень приятно, зал практически полон, наверное, потому что сегодня Липецкая областная филармония пригласила вас на концерт джазовой музыки. Джазовую музыку представляют наши гости ансамбля эстрадно-джазовой музыки Луганской академической филармонии «Комба». Вообще, посещение этого концерта сегодня, мне кажется, интересно нам с вами не только потому, что ансамбль «Комба» впервые будет выступать на Липецкой земле, но и хотя бы потому, что регион, который они представляют, он связан с великолепной джазовой традицией, которая существовала еще в Советском Союзе. Правда, очаг этого увлечения джазовой музыки существовал не в Луганске, а скорее в Донецке. И открылся он еще начиная с 50-х годов, когда приехал туда музыкант из оркестра Эдди Рознера. Именно вокруг него начали собираться любители джазовой музыки, да так, что в 1967 году состоялся первый джазовый фестиваль, он тогда назывался «Донецк-100». Это является чуть ли не первым джазовым фестивалем в Советском Союзе. Наконец, в Донецке, это родной город замечательного трубача, к сожалению, его сегодня уже нет, Валерия Колесникова, первого советского трубача, которого называли джазовым трубачом номер один всей Европы. Наконец, в Донецке, в одном из первых городов, где открылась джазовая кафедра в училище музыкальном, а затем и в Донецкой консерватории, ныне Академия музыки. Вообще сегодня выпускники Донецкой академии музыки работают не только в Украине, но и в России, далеко за ее пределами. Но мне достаточно назвать только несколько имен, например, Александра Рукомойникова, саксофониста, которого прекрасно знает вся Украина и считают одним из самых прогрессивных саксофонистов наших дней. Или, например, Евгения Онищенко, как известно, он работает в Москве. Я называю эти имена не только потому, что эти музыканты были у нас в городе, выступали сольными программами, а также участвовали в фестивале джазовой провинции, но потому что руководителем ансамбля «Комба» Луганской академической филармонии также является выпускник Донецкой академии музыки Алексей Лисицын. Именно ему принадлежит идея создания в Луганской филармонии небольшого ансамбля, получившего название «Комба», ансамбля, который сегодня является единственным профессиональным коллективом, представляющего джазовую музыку в Луганской области. Первая программа коллектива возникла в 2012 году, а с тех пор они регулярно на соцзрителей представляют программы, которые составлены прежде всего из известных джазовых произведений, охватывающие достаточно большой промежуток времени, начиная где-то от 30-40-х и заканчивая 70-ми, 80-ми годами 20 века. Это такие знаменитые имена, как, например, Дизи Гиллеспи, Дюк Эллингтон, это Соня Роллинс, это, например, Чик Корея. Но это и понятно, потому что ансамбль «Комба» — это универсальный ансамбль, которому доступно исполнение джазовой музыки разных стилей и направлений. Так что нас сегодня ждет интересная, увлекательная программа, получившее название «Все краски джаза». И я уверена, что тот девиз, для которого себя выбрал ансамбль «Комба», а этот девиз можно трансформировать следующим образом, тот не понимает джаза, кто его не слушает, мы сегодня, надеюсь, станем знатоками, поклонниками и любителями джазовой музыки. Встречайте наши гости. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли», благодаря фонду, общественному фонду Тихона Николаевича Гренникова «Поддержка культуры», сегодня у нас в гостях ансамбль «Комба» Луганской академической филармонии в составе Андрей Радченко, рояль. Константин Казаков, контрабас. Александр Щеров, ударник. С
любитель джаза. Я думаю, на этот вопрос задавал себе каждый любитель джазовой музыки. И у каждого был свой ответ. Ну, например, без тонного звучания саксофона. Или, например, без свинга. Я считаю, что джаза, именно комбо джаза, нет без ваших аплодисментов, которыми вы щедро награждаете. Не только аплодисменты, но и в процессе исполнения после каждого удачного соло. А еще джаза нет без мелодий, которые мы называем джазовыми стандартами. Чаще всего это песенные темы, которые возникли в 20-е и 60-е годы прошлого века и не обязательно принадлежат джазовым музыкантам. Некоторые композиторы, создатели этих мелодий, писали замечательные песни, писали мюзиклы, но чаще всего эти мелодии лирические. Одна из них – мелодия Хьюзена «I thought about you» – «Я думаю о тебе». Thank you.
сможет мне помочь, если я его спрошу, о ком все-таки думал Джимми Ван Хьюстон на 1939 году, когда создавал эту тему. Тем более она родилась по дороге, когда он ехал на поезде из Чикаго, там он встречался с Бенни Гудманом, но дело не в этом, а в том, что вообще Ван Хьюз был большим дамским угодником, а сам он часто писал, что я начал сочинять, когда впервые полюбил девушку. А если учесть, что у него было 800 замечательных песен, 50 из которых стали стандартами, что вычислить эту девушку, пожалуй, практически невозможно. Но вот в следующей композиции речь пойдет совершенно о другой любви. Представьте, о той любви, которая связывает творческих людей. Речь идет о Дюке Эллингтоне и о Билли Стрейнхорде. Когда Стрейнхорд впервые увидел Эллингтона, то он написал в своем дневнике, что во мне все перевернулось. Я понял, как я мог жить до этого. В свою очередь Эллингтон о Стрейнхорде писал: «Он моя правая рука, он моя левая рука, он мои мозги». Когда Стрейнхорда не стало, Эллингтон не выступал 3 месяца, а затем записал альбом, который выразил эту самую любовь. Любовь к Стрейнхорну, любовь к музыке и к блюзу. Помогите мне, как правильно интимность, то есть близость и блюз, как близость, интимная сторона блюза. Дюк Эллингтон. Thank you.
называется. И поэтому, вы знаете, на самом деле, ведь джаз — это больше, чем музыка. Джаз — это прежде всего жизнь, это ощущение от жизни и все, что окружает вокруг, то, что окружает нас. И поэтому, вот как ни странно, объявляя следующий номер, мне вспомнилась жизненная ситуация, когда поздно ночью показывали открытие Олимпиады. И вы знаете, как-то, ну, наверное, из-за вечернего времени прошло это достаточно мимо, и только один момент зацепил. Это очень красивый момент, когда на сцене сидел пианист, луч света, и шла Жозель Бутхен, модель. Это был ее последний проход, последний показ. И шла она очень красиво, под музыку Жобима, девушка из Эпанемы. Я к чему это говорю? Потому что сейчас выйдет девушка, без которой невозможно представить ансамбль комбо, и идет она красиво, как девушка из Эпанемы. Маргарита Колганова и ансамбль «Комбо». Oh,
Мы желаем вам поистине отличного джазового вечера и хорошего настроения. Наслаждайтесь вместе с нами. Спасибо.
вопрос, вашу семью. Вообще для джазовых музыкантов этот вопрос как-то звучит очень странно. Мне нравится высказывание одного джазового музыканта, который сказал: «Свое завтра джаз сыграл еще вчера, и сейчас просто свингует от удовольствия». Так что, что нового? Мы свингуем от удовольствия, слушая эту музыку. Каггард, что нового? Thank you.
называют колоссом 20 века. Но это на самом деле так, потому что он рядом стоит с такими именами, как Телониус Монд, Джон Колтрейн, как Майлз Дэвис. Вместе с тем, в отличие от перечисленных, он никогда не был новатором. Он был, назовем так, модернистом, который на протяжении вот сейчас уже практически 80 лет творит, и каждый год, каждый новый альбом его удивляет. Удивляет по-хорошему. Сент Томас – одна из знаменитых вещей Сони Роллинса. Thank you.
ты никогда не станешь другой. Thank you.
будем удивляться этому, аплодировать еще более бурно. И вновь на первый план выходят саксофонисты. Но это, скорее всего, естественно в данном составе комбо. И какие саксофонисты? Стэнли Тёрнтайн. Правда, его никто не называл никогда ни по имени, ни по фамилии. А в 70-х годах звали просто мистер Шуга. Или Шуга-мен. И все это благодаря замечательному стандарту, который был написан в 70-е годы. Одноименный альбом «Стандарт Шуга Сахар». Thank you.
поет солистка Маргарита Колганова. I can't understand.
Too much in love. I get
Филармония. Наташа, 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 Наташа